Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Домбровский, и эта программа «Самогипноз для чайников». Программа для тех, кто хочет более эффективно использовать ресурсы своего мозга. К каждому выпуску нашей программы будет прилагаться аудиофайл. Это может быть упражнение, это может быть медитация, это может быть гипнотическая индукция. Мы будем изучать очень таинственные явления, связанные с человеческой психикой. Явление это называется гипноз. Вы поймете, чем является на самом деле гипноз. Вы поймете, как можно освоить самогипноз. И если вы будете действительно регулярно выполнять упражнения, я уверен, что через определенное время вы сможете легко справиться со многими проблемами. Что может дать вам самогипноз? Вообще, самогипноз – это способность человека вводить себя в особое состояние сознания, в гипнотический транс. Мы поговорим об этом позже. Но что дает возможность человека вводить себя в это состояние? Вы можете активно влиять на терапию, на выздоровление. Вы можете избавиться от многих заболеваний вашего тела. Вы можете избавиться от многих нежелательных, вредных привычек. Алкоголизм, табакокурение, наркомания. Вы можете сбросить вес. Вы можете набрать вес. Вы можете управлять чертами характера. Вы можете изменять собственные черты характера. Вы можете моделировать характер свой полностью, полностью смоделировать новую личность. Вы можете развить в себе необыкновенные способности, экстраординарные способности. Вы можете расширить диапазон восприятия этой реальности. Вы можете расширить свои творческие способности. Это очень известные факты, связанные с гипнозом, с использованием гипноза. Вы можете действительно стать другой личностью. Вот что важно. И вы должны понять, что все, что я говорю сейчас, не относится к фантастике. Для тех, кто видит меня на экране впервые, скорее всего, мне надо как-то представиться, рассказать о себе. Давайте быстро посмотрим что-нибудь короткое, чтобы у вас просто было представление, и мы продолжим. Добрый вечер и добро пожаловать в мир гипноза. Вы смотрите шоу «Гипноз», и меня зовут Дмитрий Домбровский. Пальцы на руке мы точно посчитаем. Да, конечно. Хорошо, тогда спать. Я стираю из вашей памяти число 7. Сейчас просыпаемся, улыбаемся. Диана, наверное, пальцы на руках мы сможем посчитать. Да. Давайте попробуем. 1. Да. 2. 3. 4. 5, 6, 8, 9, 10, 11. Вы понимаете? А вы утверждали, что 10. Понимаете? Давай, вы не волнуйтесь, Диана. Да. Давайте посчитаем на одной руке. Раз. 1. 2. 3. 4.
5. Ну, 5 же, да? Давайте 5. На другой посчитаем в руке. Вот. 1, да? 2, 3, 4, 5. Ну, 5, да? 5 плюс 5, сколько же будет? 10. 10, конечно, 10. Давайте еще раз посчитаем. Действительно 10, да? Да. Давайте пытаться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1. Меня зовут Дмитрий Домбровский. Я практикующий гипнолог и могу легко проникнуть в ваше подсознание. Мне достаточно лишь нескольких минут, чтобы загипнотизировать вас и открыть в вашем подсознании новые таланты и даже сверхспособности. Вы невероятно любите змей. Можно? Да, конечно. Это я беру ее в руки. Руки упустить, подспать. Давай. Вам звонил мой менеджер, он просил 5-местную кровать. Я хочу здесь 5-местную кровать. Я не усну без 5-местной кровати для моих жен и меня. Какой вы администратор отеля? Вам звонил мой менеджер, он просил 5-местную кровать. Я хочу здесь 5-местную кровать. Я не усну без 5-местной кровати для моих жен и меня. Какой другой отель? Нет, давай, у меня... Давай, давай. Слушайте меня внимательно. Как только по моей команде у вас откроются глаза, вы увидите перед собой женщину, вы вдруг почувствуете такую нежность, вы почувствуете внутри себя любовь. Глазки открываются. Я не мог этого сделать. Да, кстати, между прочим, спать. Слушайте меня внимательно. Сейчас, как только по моей команде у вас откроются глаза, вы абсолютно забудете все, что здесь происходило. Вы просто-напросто, как только откроются глаза, вы станете обычным человеком, вы станете Владимиром Владимировичем, Вовой. Вы не будете помнить, вы будете даже удивлены, что здесь происходит, почему такое внимание к вам. Головка чистая, ясное сознание, прекрасное настроение, выплываем. Вова, здравствуйте. Добрый день. Как настроение? Да, нормально. Нормально? Да. Смотрите, снимают все. Смотрите. А что? Да. А? Давайте начнем с самых азов. Ну вот гипноз, гипноз. Вот что это такое? Давайте простыми словами, вот очень простыми. Ведь я понимаю, у каждого свои ассоциации. Я понимаю очень хорошо, кому-то сказать гипноз, и он будет представлять на экране Кашпировского установки. Кому-то сказать гипноз, кто-то будет представлять цыганок, которые отнимают деньги, украшения, человек ничего не помнит. Третьи будут представлять какого-нибудь врача в белом халате, который ходит и говорит, что, мол, спать, вы должны спать, спать, и сейчас я дам установку, вы больше не будете пить, не будете пить и так далее. У кого-то такие ассоциации. У кого-то ассоциации с бандитами, которые наводят транс, отбирают в кассах деньги и так далее. У всех разные ассоциации. Где можно увидеть гипноз? Ну, скорее всего, наверное, на концерте эстрадного гипнотизера. Вот да, здесь точно. Вы приходите как зритель, вы садитесь в зрительном зале, выходит какой-то человек, называет себя гипнотизером, что-то объясняет, вызывает добровольцев из зрительного зала, и вы видите, как ваш сосед или знакомая ваша выходит в зрительный зал, ну что вы, выходит на сцену, что вы видите там? Они, эти люди, которые вышли на сцену, они закрывают глаза, гипнотизер ходит мимо этих людей, что-то делает, колдует, как сказали бы некоторые, и люди начинают меняться, как-то они с закрытыми глазами раскачиваются, у кого-то поднимаются руки, кто-то начинает двигаться плавно. Вы наблюдаете за этим, вы сомневаетесь, и вдруг вы начинаете видеть, как эти люди трансформируются. Вы начинаете видеть действительно чудеса. Вы начинаете видеть, как ваша соседка, застенчивая баба Маня, которая всегда была скромной, а вдруг она тут пляшет.
в роли Аллы Пугачевой, называет себя Аллой Пугачевой, она танцует, поет, веселит зал, очень остроумно говорит, отвечает на вопросы зала, с открытыми глазами, бабу Маню не узнать. И вы не понимаете, что происходит. То ли бабу Маню подкупил гипнотизер, дал ей денег, она подставой стала, то ли что-то с ней произошло, а у других людей еще больше. Кому-то прокололи руку, и не больно, и крови нету. Кто-то держит стакан с кипящей водой и ничего не чувствует. Заикающиеся люди вдруг перестают заикаться. Неуверенные люди вдруг начинают вести себя уверенно, легко, свободно. Человек, который никогда не сидел в шпагате, садится в шпагат. И многое-многое другое. И люди говорят, это невозможно поверить, это все подстава. Что это? Как это происходит? И более того, и вдруг гипнотизер ради шутки кому-то, какому-то курильщику говорит, больше курить вы не будете никогда. А вы знаете этого человека, он ваш сосед по гаражу. И вы с удивлением узнаете, что и месяц проходит, и два месяца проходит, то он не курит после одного сеанса. Вот это чудо! Вы либо верите в гипноз, либо не верите, либо начинаете изучать эти явления, либо вы абсолютно безразличны. Вот мы будем, наверное, изучать и будем пытаться понять, что же происходит с людьми, когда они входят в это состояние удивительное, и почему на самом деле в этом состоянии удивительном можно действительно добиться каких-то чудес, каких-то невероятных феноменов. Как это все происходит? И кто это придумал? И откуда это пошло? И на самом ли деле все поддаются гипнозу или не все? И на самом деле может каждый человек войти в такое удивительное состояние или не каждый? Нужен ли гипнотизер для этого или он абсолютно не нужен? Вот с этим мы будем с вами разбираться из выпуска в выпуск. И если вы действительно хотите овладеть навыками самогипноза, вам придется учиться входить в это удивительное гипнотическое состояние. Ну и для того, чтобы закончить, я скажу несколько слов об упражнении. Это первое упражнение, и это простое упражнение. Упражнение на расслабление мышц, релаксацию. Я хочу сказать вам вот что. Научиться входить в состояние транса способен любой человек. Но если вы не умеете расслаблять свое тело, мышцы своего тела, вы не войдете в транс. Это будет для вас очень затруднительным делом. Поэтому первое упражнение посвящено мышечному расслаблению. Вы будете слышать там мой голос, будут определенные звучать звуки, музыка. И это упражнение позволит вам научиться расслабляться. Это была программа «Самогипноз для чайников» и я, ее ведущий, Дмитрий Домбровский. До следующей недели. Успехов вам. Всего доброго.